160 тысяч рублей лишилась саровчанка. По телефону якобы сотрудники банка сообщили женщине, что на ее имя оформлен кредит. Для того, чтобы его погасить, ей необходимо перевести крупную сумму денег на указанный номер счета. Гражданка, прослушав все инструкции, пошла в банк, сняла свои деньги с вклада, то есть 160 тысяч рублей. Дальше проследовала к банкомату и перевела на счет, представленный злоумышленниками, всю сумму. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». На улице Советской злоумышленники разбили стекло автомобиля ВАЗ-2115 и украли из него видеорегистратор, провод AUX и подставку для сотового телефона. Ущерб оценивается в 4300 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». На дорогах за минувшую неделю произошло 7 ДТП. В одном пострадали люди. На улице Балыковской мотоциклист не справился с управлением и улетел в кювет. Вследствие чего получил телесное повреждение в виде ушиба левого плеча и был доставлен в КБ-50, где ему была оказана медицинская помощь. И потом он был отпущен домой на излечение, так называемое амбулаторное. Ничего страшного там нет. Обычное падение с мотоцикла. На минувшей неделе сотрудники правопорядка провели операцию «Дебитор». В ее рамках они выявили 15 должников, которые своевременно не оплатили административные штрафы. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».